рекомендую досмотреть это видео до конца. Всем привет! Я безумно рад тебя видеть на моем канале. Подобрал угарных приколюх специально для тебя. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Погнали! Эй, чувак, ты чего копаешься в этом стоге сена? Я потерял иглу. И что? Просто возьми другую. Но без нее я не вколю себе лекарство от аллергии на сено. О, фу! А, сына, не закрывайся никогда в мешке полностью. Батя, отвали! Ну и хрен с тобой. На утро. Блин, что со мной? А я тебе говорил. Вау, да пошел ты, батя, я теперь бабочка. Не-а, ты сраная моль. Папа, спаси меня. Чик-чик. Что случилось? У меня под кроватью уродливое чудовище. Сам посмотри. Хе-хе, лошара. Эй, подкроватный монстр, а почему ты живешь под кроватью? А где же мне еще жить? Ну, не знаю. Например, в стенном шкафу. Не думаю, что Бугимену это понравится. Нет, 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 хрен вам. О мой господин, каким будет ваше второе желание? Честно сказать, я даже не знаю, чего еще я хочу. Мам, у меня монстр под кроватью. Это самое омерзительное, что я когда-либо видел. Почему ты так меня не любишь, брат? Как тебя зовут, девочка? Ника. Так, ты снова не помнишь, что я запретила тебе разговаривать с незнакомцами. Это опасно. Прости, мам. Ну ничего, поужинаю завтра. Упс. Угу. Да где же она там? Не могу найти. Спасибо. Не за что. И помни, будь осторожна со своими желаниями. Я хочу единорога. Ты не говорила, что он обязан быть живым. Да нет, он идеален. Что? Нет, 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 так не пойдет. Обязательно подпишись на мой канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.